Клубились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что же снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. В одной шкатулке много лет лежит бесценная награда. Медаль, которой равных нет, за оборону Сталинграда. Ее я бережно достал, и что-то в сердце защемило. Я будто вновь солдатом стал и вспомнил все, как это было. Второй уж год, как шла война, а мы, как прежде, отходили. Была ли наша в том вина, что мы до Волги отступили? Нам было нечем воевать. Патроны штучно выделяли. Порой хотелось нам кричать, а мы, потупя взор, молчали. Винтовка, штык да котелок. Вот все, что мы тогда имели. Табак давали, правда, впрок, но часто впроголодь сидели. В ту пору, в тот суровый год, судьба России предрешалась, и под пятой фашистских орд земля от гнева содрогалась. Да, мы стыдились матерей, которых в рабстве оставляли, и взгляда маленьких детей, глотая слезы, избегали. Где был когда-то Сталинград, печные трубы лишь торчали, стоял густой, зловонный смрад, и трупы на полях лежали. Нет, мы не грелись у костра.
мороз и стужу замерзали, и, расчесавши тело в кровь, мы вож из складок нагребали. Вгрызались в землю, как могли. Надежнее места не искали. Завоги нет для нас земли, как клятву часто повторяли. Нас гусеницами давили, нас жгли безжалостно огнем. С утра до ночи нас бомбили и прошивали грудь свинцом. Но каждый верил, каждый знал, такое долго не продлится. И, наконец, тот день настал, который должен был свершиться. Собрался силой исполин, исполнив доблесть вековую, народ поднялся как один на смертный бой за Русь святую. Загрохотало все кругом, пошли вперед наши солдаты, туда, на запад, день за днем, пока не пробил час расплаты. Наш меч сурово покарал фашистов в собственной берлоге и путь к прозрению показал для тех, кто сбился на дороге. Да ныне часто по ночам во сне былое воскресает. Мы все еще воюем там, и кто-то снова умирает. На Волге возродился град, еще прекраснее и чудесней. Для нас он прежний Сталинград, его не вычеркнешь из песни. Там, на Мамаевом кургане, вознесся ввысь мемориал. Он для потомков в назидание и в память тем, кто смертью пал. Чтоб мир надолго сохранить, чтоб сердце болью не щемило, народ, умевший победить, обязан помнить все, как было. Пусть будет счастлив наш народ, пусть жизни радуются дети, но строго помнят наперед. Они теперь за все ответят. Дивизии вступали в Сталинград. Глубоким снегом город был завален. Пустыней веяло от каменных преград, от пепелищ и каменных развалин. Заря была похожа на стрелу. Она пробила тучи над буграми. Сметали взрывы щебень и золу. И эхо отвечало им громами. Вперед, гвардейцы! Здравствуй, Сталинград! И волжский ветер обжигает губы. Бои на трактор, у буряка, как частокол над пустырями трубы. Висят ракет белесые шары, пронзает воздух частый дождь свинцовый. Огонь катюш с высокой дар горы, на Волге лед искрится, весь пунцовый. Гудят ветра, камней заметая прах, и в небесах огни зенитных звезды. Гвардейцы катят пушки на руках, в развалинах штурмуя вражьи гнезда. Я в блиндаже. Здесь был немецкий штаб. Разлитый шнапс, недавний след попойки. Фельдфебель мертвый, как зеленый краб, застыл с гранатой в железной кулаке. За площадь был. Вблизи костяк ДК, какие-то разбитые фигуры и черные от копоти бока гранитных львов. Машины, пушки, фуры уходят в норы, отступает враг на рубеже последнего оплота. И вот уже в кольце универмаг готовит штурм советская пехота. И наступила тишина. В дыму, бросая в снег скорее автоматы, выходят из руин по одному и группами фашистские солдаты. Заученно кричат они капут, и кверху руки поднимают разом, и длинной вереницей бредут, проходят мимо неуклюжим шагом. А ветер улюлюкает, свистит и шелестит лохмотьями мундиров, и с ветром вверх тормашками летит
бредовый миф о покорении мира. Кончалась ночь. Пора, уже пора. Куранты бьют сквозь мрак и холод лютый. Мы у костра. Под громкое «Ура!» рассвет встречаем фронтовым салютом. События в Сталинграде представляются непостижимой человеческой исторической загадкой. В самом деле, что же произошло в нашем городе 80 лет назад? Почему фашистская армия, начинавшая свой путь от Парижа и не встретившая сопротивления ни в одной европейской державе, не смогла одолеть какие-то сотни метров до Волги? Разбирая документы архивов, перечитывая рассказы ветеранов и письма погибших защитников города, мы узнаем частицы этой истории. Сегодня святой день для каждого сталинградца. День освобождения нашего великого города. Помните, как раньше в День Победы нескончаемой вереницей шли по улицам нашего бессмертного города колонны ветеранов-защитников Сталинграда, жителей и детей военного города? Сегодня в живых остались единицы. Мы больше не слышим их голосов. Так позже, сегодня в День Победы под Сталинградом, герои непокоренного города говорят сами за себя в своих воспоминаниях, письмах, стихах. 23 августа 1942 года последний раз была объявлена воздушная тревога. Отбоя уже больше не было. С этой страшной даты начался настоящий ад. Но, наверное, и в аду такого ужаса не бывает. Немецкие самолеты черными тучами одна за другой надвинулись на город, закрывая небо. Почти без интервала сбрасывая несметное количество бомб на тех, кто еще мог остаться в живых. Женщин, детей, стариков, равняя все и всех с землей. Стоял невыносимый гул сотен летящих самолетов, жуткое завывание несущихся на землю бомб, их оглушительные взрывы. Земля от взрыва стонала и содрогалась. От страха и ужаса дети в подвале кричали, а матери, сами на грани безумия, крепко прижимали их к своей груди. Женщины, старшие дети, старики громко взывали к Богу, моля о спасении. Многие не выдерживали и сходили с ума. В первые же часы, когда началась бомбардировка города, жители бросились к Волжским переправам, шли по огненным улицам, несли на руках детей. На берегу, около причалов, столпилось много людей. Женщины и дети руками рыли норы, чтобы укрыться от пули осколков. Гитлеровские самолеты на бреющем полете летали над переправой, бомбили, открывали огонь из пулеметов. Сверху летчикам хорошо было видно, что на берегу ждут переправы мирные жители. Фашисты действовали как профессиональные убийцы. Они открывали огонь из пулеметов по безоружным. Выбирали цели, чтобы убить больше людей. Нет слов, чтобы описать мужество речников, которые водили суда по Волге под бомбежками. Речники вели настоящий поединок с врагом, которые атаковали их с воздуха. Надо было видеть, как крутыми зигзагами поворачиваются то вправо, то влево. Когда немец начал сильно бомбить Сталинград, мы сидели в разрушенном доме. Но нам оттуда пришлось бежать в другой. Такой же, без окон. Не было одной стены. Я был с мамой, папой, сестренкой, которая была поменьше, чем я. Девушка и девушка. Когда мы бежали, ранили мою маму, и она умерла. Я сидела около нее. Дедушка каждый день ходил за зерном на разбитый элеватор. Мы его терли кирпичом и купили крышки. А потом нечего было печь. Дедушка и бабушка от голода. Герой Советского Союза, снайпер Василий Григорьевич Заяц. Из заметки в Красноармейской газете. Ночью мы переправились через Волгу в Сталинград. Город горел. В багровом зареве
пожарищ я впервые увидел обуглившиеся остовы зданий, изрытую землю. К передовой мы пробирались среди развалин, среди груд железного лома. Там, возле этих развалин, я увидел трупы женщин и детей. Они погибли от разрывов немецких бомб. Из протокола комсомольского собрания слушали о поведении комсомольцев в бою. Постановили, лучше умереть в окопе, но не оставить огневых позиций. И не только самому не уйти, но и не дать уйти товарищу. Вопрос к докладчику. Существуют ли уважительные причины оставления боевых позиций? Ответ. Из всех уважительных причин во внимание будет приниматься только одна – смерть. Из фронтовой газеты «Сталинградское знамя». Илья Воронов, гвардеец, командир пулеметного расчета, боец Сталинграда. Он, защищая свой боевой рубеж, отбил неоднократные ожесточенные атаки противника. Получил 25 ран, но с поля боя не ушел. Не ушел Воронов с боевого рубежа и в то время, когда заклинило у него пулемет. Не ушел герой Сталинграда, когда закончились у него патроны. Не ушел герой-гвардеец и в тот момент, когда осколком мины была ранена его рука. Истекая кровью, зубами, он вырывал кольца гранат и бросал в гущу ненавистных врагов. Из воспоминаний Дашкевича, начальника штаба артиллерии 4-го кавалерийского корпуса «Сталинград». Под огонь танков попала приданная полку минометная батарея лейтенанта Колесникова. Два миномета уже валялись разбитыми. Сквозь разрывы снарядов и клубы дыма видно было, как наши солдаты посылали мины в стан врага. И вот последний миномет подбит. А оставшийся фашистский танкист, видимо, решил раздавить гусеницами наших бойцов. В это время один боец без шапки, в дымящей, свисающей клочьями гимнастерке, продолжал вести огонь. Как позже выяснилось, это был заряжающий Корсыбайс Патаев. Он нагнулся к лотку с минами, взял одну из них, потом лег на землю и пополз к танку. На минометчика обрушился шквал огня. Пули взметали вокруг него мерзлую землю. Танк остановился. Спатаев поднялся, подбежал к нему и с силой ударил головкой мины по гусенице. Танк резко развернулся и застыл на месте. За этот подвиг коммунист Корсыбай Спатаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Здравствуй, мама. Петя, Гера, Нюра, бабушка, Таня, Нина. Письмо от вашего сына, внука и брата. Мам, это письмо я пишу лежа в окопе, под звуки разрывающихся снарядов. Я пока жив, здоров и невредим. Нахожусь на защите нашего славного Сталинграда. Уже скоро 2 месяца, как я с оружием в руках защищаю свое отечество. Защищать приходится каждую 5 земли. Уже 2 раза выходил из окружения. Сейчас нахожусь около Волги. Эх, как хороша она, когда посмотришь с бугра, а особенно хороша при закате солнца. Изумрудный блеск воды сливается с бархатным хромой деревьев. С фронтовой жизнью свыкся. Несмотря на разрывы снарядов, мин и бомб, все же о вас думка не выходит из головы. Сердце замирает при мысли о вас. Письмо бойца 62-й армии Алексея Черкашенко отцу. Эту записку тебе перешлют, когда я буду убит. Не плачь, отец. Сердце свое носи гордость. Гордись своим сыном. Умирая, плюю в лицо врага, последним напряжением пальцев выпуская пулеметную очередь по фашистам. Да здравствует жизнь! Твой Алексей Черкашенко. Гитлеровские танки вплотную подошли к нашим. В упор расстреливали. Наша рота вела огонь из дома профессуры, что неподалеку от тракторного завода. 2 гитлеровских танка пошли к дверям и окнам здания. Казалось, положение у нас безвыходное. Полковник Амельченко поручил мне организовать оборону. Но как воевать против танков? Артиллерия далеко. У нас были только противотанковые ружья. Я никому не приказывал, а только просил. Кто пойдет стрелять? Риск был огромный, надо было стрелять танком в упор. Помню, сибиряк Дадыков говорит: «Я пойду». Ему удалось зажечь танк. Прибегает к нам, кричит: «Горит танк! Пойду еще постреляю». Но не успел. Убили его. Лейтенант Туль Виктор Александрович
со своим пулеметным взводом поддерживал огнем продвижение 3-й стрелковой роты. Когда огнем вражеских минометов были выведены из строя пулеметы и расчеты, Туль, собрав 20 гранат, подполз к фашистским блиндажам. Связками гранат забросал 5 блиндажей и истребил 35 гитлеровцев. Был ранен сам в руку и голову. Истекая кровью, Туль продолжал уничтожать врага, и когда выбился из сил, был схвачен фашистами и подвергнут издевательствам. Они вырывали волосы, прыгали ему на грудь и живот, били ногами. Неожиданно для фашистов один взвод 3-й стрелковой роты открыл по ним огонь, и немцы разбежались. Раненый и истерзанный фашистами Туль подобрал лежавшую вблизи гранату, бросил ее в блиндаж, и еще 4 фашистских бандита были уничтожены. Товарищ Туль собрал последние силы и отполз от фашистских блиндажей к нашим подразделениям, где был подобран и направлен медсамбат. Ночью 22 сентября наш 1045-й стрелковый полк переправился на баржах с левого берега в Сталинград. Был получен боевой приказ отогнать немцев от центральной пристани, не допустить их к Волге. Мы вчетвером, замком роты Габуния, я и бойцы Минаев и Погорелов пошли посмотреть позицию роты. Только выбрались из развалин, навстречу 2 танка. Мы подпустили их и подорвали противотанковыми гранатами. В это время налетели вражеские самолеты и принялись бомбить район высадки дивизии. Наверное, полчаса крошили все вокруг. В какой-то траншее мы переждали бомбежку и двинулись дальше. Вдруг из-за домиков вывернулся еще один танк и на ходу, в упор, ударил в нас из пушки. Габуния погиб, меня ранило, но я еще в горяча с гранатой в руке кинулся навстречу танку, да не успел увернуться и попал под гусеницу. В этот момент Погорелов швырнул гранату в открытый люк. Танк дернулся и сник. На Ладожской улице можно было наблюдать страшную картину. 3 пленных красноармейцев, 2 женщины и мальчик, опутанные веревочными лямками, тянули телегу, тяжело груженную лесом, предназначенную для постройки военных укреплений. Рядом шагал гитлеровец с винтовкой. На запряженных в телеге советских людях гитлеровцы подвозили боеприпасы к своим передовым позициям. 8 фашистских танков атаковали советский танк, которым командовал Хасан Ямбеков. Он принял неравный бой и подбил 4 танка. На помощь гитлеровцам подошло подкрепление, и танк Ямбекова был подожжен. Вражеские автоматчики окружили его и поджидали, когда советские танкисты откроют люки и вылезут из машины. Дым и пламя проникли в боевое отделение. Накалялась броня, но экипаж сражался, пока дежурный радист нашей танковой части не услышал в наушниках знакомый голос Ямбекова. «Прощайте, товарищи. Не забывайте нас». «Мы знаем, что над советской страной взойдет солнце. Вот уже 2 дня подряд фашисты атакуют наши позиции. Мы попытались сделать вылазку. Нам это удалось. Мы взяли в плен немецкого унтер-офицера. От нашего батальона осталось всего несколько человек. На следующий день фашисты снова пошли в атаку. У нас не осталось ни одного патрона. Умираем. Не сдаемся». Письмо найдено в старой гранате в районе поселка Бикетовка города Волгограда. «Здравствуйте, мама. В начале своего письма пишу сообщить вам, что я жив. Хрусь в Господе. Ранен. Также в начале сообщаю вам свой командирский привет. Желаю вам всего доброго в жизни. Также мой привет и самое лучшее пожелание моей сестрице, Марусе. Мама, мне как-то везет в боях. Обязательно ранят, гады. Наверное, вы меня не угадали бы. Ранен я 1 сентября 1942 года ночью, когда пошли в атаку. Мина разорвалась от меня 3 метров. Воздух меня подбросило, потом я упал. Осколком перебило нижнюю челюсть пополам. В общем, лицо изуродовало. Я не рассчитывал, что останусь жив. Черт его знает. Мне просто везет. Фронтовая листовка. Сталинградец, будь стойким, как Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежились провода. Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руки. Теряя сознание,
Он поднес концы проводов в рот и крепко зажал провод зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах. Боевым приветом к вам ваш сын и брат Николай. Обо мне не беспокойтесь. Я жив, здоров, того и вам желаю. Воюю помаленьку. 14-й год вот участвую в непрерывных боях с фашистами. Немцы лезут на пролом, хотят спихнуть нас за Волгу. Но мы стоим. И за Волгу не собираемся отступать. Сталинград мы врагу отдать не можем. Не имеем права. Спать приходится, правда, очень мало, но это не очень-то важно. Лишь бы врага выбить из Сталинграда. Я состою в роте автоматчиков. И напишите, пишет ли отец? Где он? На каком фронте? Товарищи красноармейцы, командиры, работники, настал час грозный, но справедливой расплаты с подлым врагом, немецко-фашистскими оккупантами. В наступление, товарищи! Идя в бой, каждый из нас знает, что мы идем освобождать свою священную землю, свои города, свои села, свой народ от немецких мерзавцев, захвативших часть нашей страны и угнетающих свободолюбивых советских людей. За наш Сталинград! Приказ войскам Сталинградского фронта. И вот, наконец, долгожданное. Я командовал саперным взводом. 1 февраля работали всю ночь. Земля мерзлая, на рассвете присели перекурить. И вдруг вскочил один солдат, закричал, слов сказать не может, дыхание у него перехватило, только руками показывает. Мы оглянулись на завод «Красный Октябрь», мы сидели на бугре, и сверху вся картина открылась. Видим, гитлеровцы сдаются в плен, вышли с белым флагом. Этот радостный голос солдат я до сих пор слышу в своих ушах. Наступил и на нашей улице праздник. А. Кирдин, командир взвода 65-й армии. На развороченные доты легли прожектора лучи. И эти темные высоты вдруг стали светлыми в ночи. А мы в снегу на склонах голых лежали молча, как легли. Не поднимали век тяжелых, и их видеть не могли. И утверждая наше право, за нами свет на голый цвет, сходила воинская слава, и нас искала в темноте. Владислав Занадворов погиб в Сталинграде в 19 лет. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей.